О том, какие виды спорта были представлены во время первой универсиады и почему предстоящие в Казани игры уже сейчас называют рекордными, нам расскажет Евгений Евневич в нашей традиционной рубрике «Навстречу универсиаде». Сегодня универсиада – это большой праздник спорта. Например, игры в Казани соберут более 10 тысяч спортсменов. Но на заре подобных соревнований все было иначе. В Турине в программе первой летней универсиады боролись за медали лишь в 7 категориях – водном поло, баскетболе, волейболе, теннисе, легкой атлетике, плавании и фехтовании. Потому и участников было всего чуть меньше тысячи. За всю историю студенческих игр бывало и такое, что соревноваться приходилось только в одном виде спорта. Случилось такое в 1975-м. Опять-таки в Италии. В Риме универсиада стала университетским чемпионатом мира по легкой атлетике. Прошла она в рекордные сроки всего за 3 дня. Тем не менее, в вечный город приехало почти 500 спортсменов из 38 стран мира. На универсиаде в Казани будет побит новый рекорд – 27 видов спорта. Такого никогда не было. Притом в 5 категориях медали будут разыграны впервые. Уникальными для университетского спорта станут соревнования по боксу. А вот включение в студенческую семью синхронного плавания, самбо, регби, семи, борьбы на поясах – спортивная хитрость. Именно в этих видах сборная России, в составе которой немало татарстанцев, лучшая в мире.